известно, что я тебя сделаю. Удиви меня, если получится. Получишься. Нужно обойти его защиту. Еще чуть-чуть и все. Когда я тебе врежу! В чем дело? Не хочешь драться, честно? Ты дурак или тормоз? Фотогенный энергетический меч? Хватит пытаться убить меня, дай посмотреть! Засужу за нарушение авторских прав. Скоро останется лишь один, кто ими владеет. А ты не знал, что воровать нехорошо? Учеба закончилась, бригадир. Почему ты меня преследуешь? Одна организация наняла меня выяснить, достоин ли ты вербовки. Лучше стать личным массажистом Джеймсона, чем работать на твоих нанимателей. Тебе же хуже. Они платят шестизначную зарплату. Хотя некоторые люди заслуживают нищеты. Шестизначную? Не.
Хэллоуин? Мне костюм не нужен. У дела не внешность одного из моих злейших врагов. Пора выяснить, какого именно. А что, обязательно так грубить? Все в костюмах. Мои люди. Вот это я понимаю, лучше вложил. Красавчик. Доктор Дилани где-то здесь. Надо найти его раньше Ли. Простите, вы доктор Дилани? А, Человек-паук, мой давний враг. В этот раз не возьмешь. О нет, дым. Что же мне делать? Прошел твой конец, Человек-паук. Кто же ты настоящий? Теперь ты мой. Эй, да что с тобой? Я неделю работала над шлемом. Я должен найти доктора Дилани. Он где-то на вечеринке. Ты кто такой? Дружелюбный Человек-паук. Умник. Вроде порядок. Тот швыряющий леденцы тип может быть Дилани. Нужно найти способ подняться туда. Катар! Катар! Мне нужен Айзек Дилани. Мне кажется, он на танцполе. Да вот он. И ящерица в халате. Смотрите, это мальчик-паук. Раз я твой враг, давай драться. Давай потом. Что такое, слабак-паук? Боишься моего могучего рога? Эй, вы кто? Судя? Враг, прикройте его, Человек-паук. Что за черт? Вот черт! Эй, полегче. Скажите, что вам надо. Это розыгрыш, да? Это же не пушки. Назад, быстро! Отпусти! Сейчас пригнуться! Боже мой!
Все в порядке? Да. Хорошо. Веселого Хэллоуина. Может, притушим свет? Куда увели Делани? Нужно как-то обойти. Недавно начали работать с тем, кого скоро. Откуда вы знаете? У нас нет времени, Айзек. Назовите имя. Шоу окончено, Ли! А нет, похоже, не окончено. Его имя... Доктор Морган Майклс. Благодарю.
Разобрался. Надо найти Ли. Что Ли сделал с ними? Это для вашего же блага! Юрий, нужна помощь! Сообщают о выстрелах в универе. Да, это я. Потом расскажу. Сейчас ты должна найти доктора Моргана Майклза. Мартин Ли идет за ним. Я поняла. Человек-паук, кто такой доктор Майклз? Ведущий ученый в проекте «Дыхание дьявола». Его нашли? И да, и нет. В Соболе заявили, что держат его под защитой где-то в городе. Но не говорят, где именно. Я думал, вы работаете сообща. Я тоже. Ладно, есть идея, как его найти. Сработает, дам знать. Делание. Да, но Ли это сделал первым. О нет, что случилось? Ли исказил его, и тот покончил с собой. Какой ужас! Мы должны его остановить. Да. Перед смертью Делани назвал Ли одно имя. Морган Майклз. Морган Майклз? Кто он такой? Точно не знаю. Но вроде бы он работает над проектом «Дыхание дьявола». Ты нашла что-нибудь в той папке? Да, представляешь? Пару лет назад Осборн пришел к Фиску и попросил его построить подпольную лабораторию. Секретную? Для дыхания дьявола? Если это правда так опасно, то неудивительно. И где она? Этого в папке нет. Осборн убедил Фиска уничтожить всю документацию. Удалось раскопать только квитанции о переводах с личного счета Осборна на счет строительной компании Фиска. Тот сохранил их как компромат на мэра. Все нити сходятся к Норману Осборну. Кажется, пора нанести ему визит. Сомневаюсь, что он тебе что-нибудь скажет. Я и не думал спрашивать. Я знаю, как попасть в офис Нормана. Прежде чем идти туда, нужно отключить охранные системы. Но если меня заметят, они все перекроют.
Думаю, я смогу взломать защитные модули, находясь снаружи. Это сетевые кабели. Надо проследовать за ними к защитному модулю. Защитный модуль. Кажется, в здании их 4 штуки. Так-то лучше. Что за счет? Группа охраны, ответьте. Команда Соболь-Альфа ждет приказа. Похоже, перебои с электричеством. Понял. Следите за внешним периметром, пока мы ищем причину неполадок. А я-то думал, будет легко. Понял. Продолжаю обход по внешнему. Там второй модуль. Что? Всем агентам, кто-то берет под контроль наши системы. Запускаю протокол Дельта. Черт, в наши дни дроны есть у всех. Группы Соболя, доложите обстановку. Внешний периметр, все чисто. Вы все еще считаете, что это программная проблема? Мы оцениваем ситуацию. Сохраняйте текущий уровень тревоги. Так, еще два модуля. Всем группам Соболя. Есть небольшая вероятность, что к нам проник нарушитель. Мы анализируем данные. Будьте начеку. Вас понял, контроль. Вот он. Проклятие. Еще одна подсистема отключилась. Проверить внешний периметр 85-го. Вас понял. Птичка на подлете. Вперед. Привет, МДЖ. Я тут занят. Слушай, я, кажется, знаю, где Чарльз Стэндиш. Думаю, я смогу его разговорить, если доберусь до него. Он знает о докторе Дилане и, вероятно, о Моргане Майклзе тоже. Хорошо, только не делай глупостей. Кстати, о глупостях. Надо найти последний модуль. Последний. Все. Теперь можно заглянуть в офис Нормана. Надеюсь, я узнаю о Майклзе и дыхании дьявола. Внешний периметр чисто. Перейдем к режиму блокировки. Не сейчас. У мистера Осборна важный разговор по телефону. Продолжайте наблюдение. Там должен быть кто-то. Переключусь на защищенную линию. Я на шаг впереди тебя, Уилсон. Мои люди проверили все твои файлы. Если ты попытаешься раскрыть детали той сделки, это будет твое слово против моего. А за решеткой не я. Минутку. Норман говорит с Уилсоном Фиском? Статуя Нио? Ты вообще о чем? Статуя Нио с аукциона. Вероятно, они говорят о папке, найденной МДжей. У кого папка? У нас, Норман. Но это очень в общем. Поэтому я прямо сейчас выполняю слегка противозаконные, но морально допустимые действия. Джекпот.
GR-27. Научный руководитель доктор Морган Майклс. А вот адрес лаборатории убран. Структуры ДНК с искусственным интеллектом? Если это работает, это же лекарство от любых генетических болезней. Муковисцидоз, хорея Хантингтона. С ума сойти! Жуть. О! GR-27 — это дыхание дьявола. Создавалось как лекарство, но в нынешнем виде больше похоже на оружие. Единственный образец Майклс всегда держит при себе, потому Ли и хочет до него добраться. Где Майклс, там и дыхание дьявола. Привет, Пит. Как дела? MJ, дыхание дьявола не оружие. Оно создавалось как лекарство от генетических заболеваний, но в нынешнем виде оно настолько сырое, что убивает тело, пытаясь его вылечить. Надо найти доктора Майклса. Нельзя доверить Соболю такую опасную субстанцию. Возможно, я нашла зацепку. Чарльза Стэндиша держит на базе Соболя в Центральном парке. Если кто и знает, где находится Майклс, то это директор Оскорб. Я пытаюсь добраться до него. Добраться? Там же полно охраны! Как ты собираешься добраться до него? Очень-очень тихо. Мне пора, партнер. Проникнуть в логово Соболя. Это может кончиться плохо. Мне нужно в Центральный парк. Похоже, это док. Питер, у меня было озарение. Все дело в разуме. Взять хотя бы меня. Ты с неограниченным потенциалом в плену старого изношенного тела. Подумай, чего может достичь этот ум, если освободить его? Разрабатывая наш нейроинтерфейс, мы должны думать шире. Мало просто заменить изношенные части наших тел. Мы должны думать о новых возможностях проникнуть в разум. Никогда не слышал от Дока таких эмоций. Надеюсь, он не слишком увлекся. Джей. Черт.
добраться? Там же полно охраны. Как ты собираешься добраться до него? Очень-очень тихо. Мне пора, партнер. Стэндиш где-то там. Надо пройти мимо охраны. Пора испытать приманки Пита. Та дырка в заборе выглядит многообещающе. Надо только отвлечь охрану. И кому пришла в голову идея засунуть плату в забор? Прочь дороги, дружок. Что это? Надо уходить. И быстро. Пойду проверю гостя. Жди здесь. Понял? Гость. Видимо, это Стэндиш. Он где-то здесь. Уже мерещится. Что за... Что это? Поймала. Надо идти. Демоны убивают всех, кто связан с дыханием дьявола. Стэндишу грозит опасность. Стэндиш, я так и знала. Надо попасть в эту палатку. Скоро вернется. Как обстановка? Конвой будет готов? Все в порядке. По команде босса мы переместим Майклза в новое убежище. Они перевозят его. Грузовик сейчас поедет. Будет мне прикрытием. Вперед, вперед! Получилось. Продолжаю обход сектора. Группы Браво и Чарли готовы сопровождать доктора Майклза. Пошли еще две. У него единственный образец дыхания дьявола. Я не хочу отвечать за эпидемию. Что это? Стойте! Чарли готовы сопровождать доктора Майклза. Пошли еще. Стойте! Стойте!
Чарли готовы сопровождать доктора. Чарли готовы сопровождать доктора. Контроль, я что-то видел. Контроль, внимание, я что-то слышал. Отмена, контроль, сектор чист. Кажется важным. Убежище. Если доктор Майклс в одном из них, Стэндиш может знать, в котором. Классно. Надо двигаться. Вот палатка Стэндиша. Не верю, что Майклс просто носит с собой дыхание дьявола. Осборн больше никому не доверяет его хранение. Как бы и... Опять? Да что не так с этим светом? Двигайся. О, опасно. Ну, давай. А? Кто здесь? Внимание! Похоже, у нас гости. Контроль, внимание! Я что-то слышал! Эй! Чарльз Стэндиш? Мать моя! Чарльз, где доктор Морган Майклс? Вас прислал Ли. Так ведь? Нет. Он хочет меня убить? Скажите, чтобы он сделал это сам. Я не работаю ни на демонов, ни на...
Соболя. Я журналист. И я хочу остановить Ли, как и вы. Уотсон. Я читал ваши статьи. Соболь не послушает. Она отправила Майклза в Бауэри. Завтра в полдень его перевозят в новое укрытие. Но она забыла про центральный вокзал. Центральный вокзал? Демоны говорили об этом, когда захватили меня. Они пойдут туда, чтобы... Чтобы что? Что им нужно на центральном вокзале? Это же... А! Что за... Чарльз! О! Что за Это черт? Не человек, Соболь. Определенно не человек, Я Соболь. Прости, Я Чарли. Ладно, пора Погоди, идти. Он что-то знает. Это был один из самых неуклюжих прыжков в моей жизни. МД недовольна. Да, ладно. И еще. Прости, Чарли. Сбиваешь человека с ног, пускаешь мое расследование под откос. И все, что ты говоришь, это прости, Чарли? Это у тебя шутки такие? Что? МД? Нет, я облажался. Хотел разрядить обстановку. Разрядить обстановку? Ты понимаешь, что именно из-за этого мы расстались? Я думал, ты хотела сосредоточиться. Мы расстались, потому что ты обращался со мной как с ребенком. Не делай то, МДжей, не делай это, МДжей. Это слишком опасно, МДжей. У меня нет паучьих суперспособностей, но я не хрустальная. Ты пробралась в середину вооруженной базы! Может, не будем сейчас об этом? Ладно? Узнала что-нибудь о докторе Майклзе? Хорошо. Майклс где-то в Бауэри. Соболь будет перевозить его завтра в полдень. Круто. Что-то еще? Кажется, перед моим появлением он говорил о центральном вокзале. Он... Нет, ничего такого. Послушай, мне надо идти. Материал горит. Питер. Значит, она все еще злится. Питер. Молодец, мистер супергерой. Черт, я... Закипаю. Надо выпустить пар на патруле. Человек-паук, нужна помощь. Мой сосед пропал после той вечеринки. Так, имя? Где видели в последний раз? Его зовут Карлос. Я провел поиск распознавания лиц в соцсетях. Вот, сейчас скину результат. Отлично. Как тебя зовут? Филипп Чанг. Ладно, Филипп, я найду Карлоса. Услышишь что-нибудь о других пропавших, сообщи мне. Так, надо выяснить, что за место на снимке. Вижу статую свободы. Значит, это сильно южнее. Далеко от университета. Может быть, финансовый квартал. Филипп,
Я собираюсь туда, где был сделан снимок. Насколько он свежий? Сделан полчаса назад. Неплохая эвристика. Алгоритм распознавания сам писал? Да, это мой дипломный проект. Надеюсь, поможет мне найти работу. Если все получится, рассчитывай на мою рекомендацию. Thank you.
Похоже, это то самое место. Где-то здесь. Эти студенты ведут себя так же, как на вечеринке. Похоже, Ли их исказил. Пожар разгорается. Надо срочно заканчивать. Последний. Что это было? Все было в порядке, а потом раз и бешеная злость. Все как в тумане. Все позади. Хотя советую пока поменьше сидеть в интернете. Новый тест. Ты где? Неловко вышло. Мой автобус сломался, а такси не было. Но я буду, как только смогу. Алло? Мистер Паркер, это Рио Моралес. Я хочу сказать спасибо, что предложили Майлзу работу в приюте Пир. Рад помочь. И, пожалуйста, зовите меня Питер. Мистер Паркер — это кто-то не я. Должна предупредить, что он сомневался. Я поставила его перед выбором — работа или новый курс терапии. Ему нужна эта работа. Он не хочет быть жертвой или вызывать жалость. Прекрасно понимаю. Скажу тете Мэй и постараюсь быть там в его первый день. Еще раз спасибо. Это очень важно для нас обоих. Человек-паук, мы поймали снайпера. Он караулил главу аппарата мэра. Наверняка есть и другие цели. При нем была карта, здание суда обведено. Понял. Выведайте у нашего друга еще что-нибудь. Я доступен по этому номеру. Надо спешить. Нападение на суд может произойти в любую секунду. Не волнуйся, мы справимся с демонами. Если я появлюсь рядом с целью, снайпер выстрелит. У меня один вариант. Нейтрализовать стрелка. Баиньки. Никто не любит кемперов. Человек-паук, мы просмотрели его телефон. Нашли еще несколько имен. Похоже, все произойдет через считанные минуты. Ясненько. Скиньте мне все. Много снайперов, один паук. Надо торопиться. Все, кто был задействован в кампании Нормана, потенциальные мишени. Интересный способ уничтожить Осборна. Сделать так, чтобы с ним не хотели иметь дел. Снайпер должен быть где-то здесь. Выключаем. Один есть, еще двое.
Надо осмотреть все места, где мог засесть снайпер. А вы так ничего и не поняли. Цель спасена. Остался последний. Если не успею, погибнут люди. Хоть бы раз эти киллеры подстроились под мой график. Это здесь. Ну и где убийца? Вовремя. Все три снайпера обезврежены. Это все? Нет. Парень говорит, что его ребята взяли в заложники туристов. Говорит, если мы его не отпустим, их расстреляют. Мы установили по сотовому сигналу, где они, но при виде полиции они откроют огонь. Начните переговоры. Выиграйте время, а я лишу их козырей. Свидетелей они не оставят. Если я не спасу заложников, их убьют. Если меня увидят, они сразу же убьют всех заложников. Наши требования просты. Освободите наших товарищей, или заложники умрут. Мы сообщили, если меня засекут, заложникам конец. Надо убрать их, не поднимая шума. Если меня засекут, заложникам конец. Надо убрать их, не поднимая шума. Сладких снов. Если меня засекут, заложникам конец. Надо убрать их, не поднимая шума.
Если меня засекут, заложникам конец. Надо убрать их, не поднимая шума. Не храпи. Еще раз спасибо. Все могло кончиться плохо. Я бы не узнал про них, если бы не вы. Мы с вами хорошая команда. Эй, сможете убедить своих, что лучше работать со мной, чем стрелять в меня?
народ, вы, конечно, уже слышали о беспорядках в университете Empire State. Вот только на этот раз речь не о переборе с алкоголем и не о незрелых умах, отечавших от гормонов. Власти держат произошедшее в тайне. Но, по моим данным, демоны чем-то накачали студентов, превратив их в смертоносные машины ярости. Что же стало с нашим городом, леди и джентльмены? Что нам приходится бояться собственных детей, соседей, жен и мужей? Будьте бдительны, будьте начеку. И ждите беды даже от баристы с модной стрижкой, готовящего вам обезжиренный латте. Или станете жертвой! Паучок! Я видел твою победу слишком боясь! Человек-паук. Программа нашла еще студентов с той вечеринки, которые могли подцепить... Ну, это Итан Олбрайт с биохимии. Не пришел на лекцию. Моя программа нашла его, но там есть другие снимки того же места, уже без него. Других зацепок нет. Попробую найти, где это. Спасибо. И опять у меня только снимок Филиппа. Надо найти это место. На снимке видна железнодорожная эстакада. Как в Восточном Гарлеме. И опять у меня только снимок Филиппа. Надо найти это место. На снимке видна железнодорожная эстакада, как в Восточном Гарлеме. Человек-паук, я говорил с Карлосом. Все было нормально до барбекю. Что бы с ним ни случилось, это было уже после вечеринки. Отложенная реакция. Плохо. Эти искаженные могут бродить по всему Манхэттену. Искажение Ли меня пугает. От него не защищен никто. Я привык, что в Нью-Йорке меня не любят, но это другой уровень. Хорошо, что Филипп на моей стороне. У него потрясающий талант. Не те пути, что мне нужны. В Восточном Гарлеме есть еще одни. Кажется, это в Восточном Гарлеме. Пройдя вдоль эстакады в Восточном Гарлеме, я смогу найти это место. Кажется, это сильно севернее университета. Эстакада! Это где-то к северу от университета. Это не те пути. Мне нужно в Восточный Гарлем.
эстакада. Это Гарлем? Похоже, в конце эстакады есть мост. Эстакада! Это где-то к север... Кажется, это в Восточном Гарлеме. Эстакада, это Гарлем? Кажется, это сильно севернее университета. Похоже, в конце эстакады есть... мост. Пройдя вдоль эстакады в Восточном Гарлеме, я смогу найти это место. Кажется, это в Восточном Гарлеме. Не то место. Мне нужны пути в Восточном Гарлеме. Похоже, в конце эстакады есть мост. Эстакада! Это где-то к северу от университета. Пройдя вдоль эстакады в Восточном Гарлеме, я смогу найти это место. Кажется, это сильно севернее университета. Эстакада, это Гарлем? Пройдя вдоль эстакады в Восточном Гарлеме, я... Кажется, это в Восточном Гарлеме. Эстакада, это Гарлем? Thank you.
Эстакада! Это где-то к северу от университета. Похоже, в конце эстакады есть мост. Кажется, это сильно севернее университета. Эстакада! Это где-то к северу от университета. Эстакада, это Гарлем? Похоже, в конце эстакады есть мост. Сильно севернее университета. Пройдя вдоль эстакады в Восточном Гарлеме, я смогу найти это место. Кажется, это в Восточном Гарлеме. Эстакада, это Гарлем? Не те пути, что мне нужны. В Восточном Гарлеме есть еще одни. Пройдя вдоль эстакады в Восточном Гарлеме... Кажется, это в Восточном Гарлеме. Не то место. Мне нужны пути в Восточном Гарлеме. Эстакада. Это где-то к северу от университета. Я на верном пути. Во всех смыслах. Вдоль этих путей я смогу пройти к месту, где был сделан снимок. Вот оно. Искаженных студентов нет, но они тут явно побывали.
Что случилось? Толпа каких-то буйных психов под наркотой, что ли, убежали дальше по улице. Надо их найти, пока не случилось еще больше беды. Звоните копам, они убирают куда-то в переулок. Вот и они. Пора заканчивать. На Хэллоуине Ли исказил целую толпу народу. Чем раньше я верну вас в норму, тем лучше. Но сейчас не до вежливости. Кажется, все. Я пил кофе и думал о той драке. А когда увидел большую толпу народу, в голове как будто что-то щелкнуло. Все уже позади. Хотя кофе я пил бы поменьше. Друзья, есть тонкая грань между сторонниками теории заговора и экспертами-аналитиками. Я перешел эту грань. Я уверен, что все эти атаки демонов на Оскорб и Нормана Осборна... ...связаны между собой. Мотивы? Сумасшедшим не нужны мотивы. Но я подозреваю, что они не случайно напали и на столб нашего делового сообщества, и на главу городского... Сама суть нашего образа Привет. Жизни под угрозой. Решил тут отдохнуть. Как я и предупреждал. Если вы слушали меня, то вы подготовились. А если нет, я за вас помолюсь. Паучок спешит, расступитесь. Еще как, чувак. У меня тут еще один пропавший студент. Последний пропавший – Стив Хопкинс. С ним есть один момент. Недавно в его районе появились пушеры из банды надгробия. Стива это бесило, район благополучный, но он боялся вмешиваться. Если его исказили, он может выплеснуть ярость на них и пострадать сам. Вот последний снимок до того, как он пропал. Более свежих я не нашел.
Ха, почти уверен, что это верхний Вестсайд. Думаю, надо идти на север. Филипп, расскажи мне о Стиве. Маленького роста, мухи не обидит, даже если захочет. Наркоторговцы его попросту раздавят. Да и сгорит он быстрее, чем другие. Лучше поторопиться. Верхний Вестсайд, севернее университета. Похоже, у этого Стива развито чувство ответственности, но нет силы. Надеюсь, я успею вовремя. Может, бандиты надгробия не так крепки, как их босс, но очень опасны. Тот самый парк. Снимок был сделан где-то здесь. Сынок, последнее слово? Эй, пацаны, покажем мальчику класс. Бедолага цапнул больше, чем может проживать. Его придется спасать, не только лечить. Вооружены. Надо бы по-тихому убрать хоть часть из них. Готов. Ну все, это уже не весело. Давай, мочи лошадь! Наблюдателем. Последний раз встал у нас на пути. Зажитесь до последнего! Стив, все чисто. Давай. Стив? Брось, я же тебя спас! Это сурово, но справедливо. Господи, что я наделал? У меня и раньше были проблемы с ними. Но сегодня ночью я хотел их убить. Причем так, что сейчас даже думать противно. Не волнуйся, ты не виноват. Не так я себе представлял бандитскую жизнь.